Всем хаешки, с вами Тамплиер, это очередная серия Orient the Blind Forest, которую Тэм записывает в 0.45 и... На это рандомник. Я уже сбился со счета, какая серия реально это. И... Вот, просто... Бывает такое, что игра просто вот цепляет и вот зацепила и не отпустила. Все. То есть ты чувствуешь, эта игра тебе сверх нравки. Вау, что там справа? Я хочу это разрушить. Стоп. Чё? Алло. У меня сейчас немножечко сбой системы произошел, потому что если здесь нельзя забраться, то как забираться? Hello? А, нам не здесь забираться нужно, а чуть... Вау. Там был была какая-то враженка, хочу с нее залутать экспу и посмотреть, она взрывается что ли? Не, на нее пока что не направляется. Не направляется на нее наше духовное пламя, поэтому побежали вправо. Возможно, кто-то скажет, что у меня игра просто лагает тотально. Оставлю это без комментариев. Возможно, мне в ближайшее время понадобится взрыв где-то. Конечно же. Конечно же, темп именно настолько глупый. Так, окей, ладно, в ближайшее время не понадобится карта. Ничего сверхинтересного. Окей. Надо было сразу... сюда забежать. Эй! А у нас что? Получается так, что... Может быть такое, что мы не успеваем отпрыгнуть от стеночки? Нужно будет это знать и учитывать. Окей. Тыкс. Во-первых... Мне нравится вот... Иногда, как он отпрыгает, его уши вертолетиком крутятся. Или её... Какой вообще пол у этого Ори? Интересно. Это она или он? Конечно, скорее всего, будет это бесполым существом. Вау. Хорошо, хоть я готов к этому. Окей. Там еще вот такая дичь, которая разбьется на две дичи. Так, все, собрали экспу. Вот это вот очень огромная вещь, дичь справа. Меня очень напрягает после того, как я с вот этим вот встретился только что. Допрыгнем, нет? Нет, не допрыгиваем, а жаль. Хотел вон тот слева сверху большой сосудик собрать. Так, все окей, ну что ж. О. Чуть ли не зафейлили. Алло. Мне нужно забраться. Для этого нужно чуть разогнаться. Или от стенки прыгать. Насчет от стенки не уверен, но... Опять место, куда я не могу забраться. Вы сейчас вот серьезно? Мой дух исследователя не может с этим смириться. Она хотя бы не стреляется из палаток. Ай-яй-яй.
Но это было эффектно. Однозначно эффектно. А я из-за того, что здесь есть кристаллик, решил подорвать. Немножечко. Так, плюс экспириенс и... А, да, кстати, мы хп-шку отрегенили, это найс. Это прекрасно. Можно, конечно, было бы сделать умнее. Сначала взорвать вот эту вот вещь, потом сходить на реген, но я же темп. Я не делаю умных вещей. Так. Паучья бухта. Спасибо! Спасибо за мою арахнофобию. Не, не то чтобы я боялся пауков, просто мне они очень мягкие. Сочувствую, вот реально сочувствую всем именно арахнофобам, которые сейчас это смотрят. Я ничего не вижу внизу. А это вообще законно? Окей. Хорошо. Темп, соберись. И давай потихонечку вниз. Потихонечку побыстрее. Ну что ж, в принципе... Довольно неплохо проходится, кстати, одна из первых случайных именно смертей. Так сказать, случайных. Стоп. Куда я прочь? Нам сейчас вообще-то нужно наоборот. О, вот, та анимация, про которую я говорил. Уху! Уху! Блин, не, ну, вертолет, по-моему, классно прыгает однозначно. А вот спойлер к паучьей бухте. Ну, зато есть плюс ячейка энергии там. Чего жаловаться. Так, я понял, мы зафейлили, и нам нужно проходить опять. Я бы врубил ускоренный режим, но... Не хочется... Я, конечно, могу сейчас отмонтировать. Сделать, как я быстренько все это прохожу, но... Нет, я просто сделаю вместо этого долгую серию, и, возможно, в комментах кто-нибудь оставит тайм-код, где начинается самое интересное после... Вау. Тут можно и так. Окей. Кстати, а тут... Можно пройти как пацифист? Если тут есть концовка пацифиста, то... Имеется в виду без использования вот этих вот атак. Я буду очень приятно удивлен. Потому что, типа, когда выходила Orient Blind Forest, был вроде бы, типа, пацифист End. Но, кто знает. Будет очень забавно, если все-таки есть несколько концовок в этой игре. Но, если и так, то я покажу, как геноцидит. Алло, собирайся. О, супер. Так. И анимация в этой игре просто... чуть ли не сплыл. Просто прекрасно, реально. Других слов нет, нет для выражения. Так. А чем меня убило-то, а? Я забыл, можно же было большим взрывом вот эту всю мелочь вырубать.
Вихоу. Так, все, тренились, супер. Теперь делаем, как умные люди. Перед входом в получу бухту. Мы будем сохраняться, чтобы далеко не бежать в следующий раз. Бу-бу-бу-бу-бу. Ну ничего, еще одно сохранение. Окей. Зато тут два креста. Окей. Ну, по крайней мере, уже один сейф-спот есть, чтобы не бегать слишком далеко. Окей. Ну что ж, в очередной раз получья бухта. Жесть. Жесть. Дичь. Ну что, народ? Погнали. Создаем сейф. Открываем карту. И понимаем, что нам есть только один путь. Вниз. Вот о чем же я и говорил. Жмем просто вправо. Окей. Попробуем прыжок со стены. Тут моя криворукость была окей. Зато мы узнали про атаку паучка. Он чем-то плюется. На довольно дальней дистанции. А вообще это законно? Народ. Я вот в упор не вижу других путей. Сейчас будем криворучить больше. Как? Как здесь пройти? Как здесь пройти, камон? У меня вариантов нет. Там колючки вон справа. Влево мы сейчас не достучимся. Прикольная анимация. У меня тупо нету идей. Стащить ничего нельзя. Имеется в виду про ящик вниз. Рывок может какой-то где-то открывается. У меня нету идей. Тотально, целиком и полностью нет идей. Походу есть. Походу есть. Или нет? Не, я бы скорее всего это я уже мог разрушать. Поэтому я бы сюда... А может из-за катсцены я пошел прямо и забыл вот здесь исследовать. Ну что ж, давайте сделаем подольше серию. Вот здесь попробуем разбить, если мы туда не забираемся, то будем ждать написания в комментах, или я стану умнее, посмотрю где-то в гугле, в ютубе. А сейчас мы будем бежать, бежать и еще бежать. И еще бежать. Вау. Ну, я обожаю эту анимацию. Эй. Опача.
Плюс очко умений заодно. Неплохо. Заодно сейчас попробуем опять же вот сюда запрыгнуть. Но миллиметра не хватает. Что-то должно быть. Что-то где-то должно быть. Однозначно. Что-то где-то относительно близко. Вот нюхом чую. Нюхом чую, должно быть что-то. Так, стоять. Сохраняемся. Отределись. Молодцы. Кстати, сейчас прокачечка нужна. Эффективность жизни. Не, это точно в ближайшее время нет. Хотя... Вот из-за вот этой вот неплохо было бы усиленное пламя. Необходимо усиленное пламя. Восстановление. Ну, восстановление это понятно, прокачаем. Необходимая эффективность жизни. А ну то нормально. Требуется усиленное пламя. Разжечь пламя. Ну, пока что разжечь пламя, все-таки в боевку. Качнемся. Немножко. И побежим сейчас. Осознавать, что... Да. Темп немножечко... Подслеповат. Западные трясины. А, как не пережил эту зиму? Так, духовная связь готова. Ура. Окей. Окей. По западным трясинам сейчас пройдемся. Вы нашли сосуд умений. Вы получаете еще одно очко умений, чтобы потратить очки умений и открыть дерево умений. О мой бог. Ну че, народ? Погнали вправо. Так как это досталось нам очко умений на халяву. Очень, очень хочется сейчас скачать поток усиленного пламени. Очень хочется. Но и в то же время на живучесть что-то нужно. Боёк. Зря, 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 зря. Возможно, но... Потому что тут довольно сильненькая птичка вот эта вот. Поэтому нужно качать боёвку пока что. Ну что ж, наверное, отрегенимся сейчас на фонтане. Стоп, удерживать Е, чтобы возродить духовную связь, это как? Ага, это просто сейв поинт. А чтобы отрегениться, нам нужно туалет. Ну что ж, в принципе, вот такая вот серия. Мы нашли альтернативную дорогу в долину ветра. И мы туда пойдем в следующей серии. Да.
Сейчас 0.5, а темп еще не спит. Ну, что ж, бывает. Бывает, нужно еще как минимум одну серию Tactical Monster записать. Это Ori на Horizon Plain Forest. И просто его тонна будет в ближайшее время на канале. Мне просто эта игра овер зашла. Ну что ж, пока что на этом все. Ставьте лайки. Делитесь видосиками с друзьями, обязательно комментируйте, потому что рандомно я оставляю коммент, или какой мне больше понравится по ситуации. Так что на этом пока что все. До скорого, народ. Всем удачи.